Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН и на продажу выложили Барсука ФВ-217 Бадгером. Что за машина такая, будем сегодня обсуждать, сделаем честный обзор. И, к слову, данную машину вы можете получить тремя путями. Первый, самый простой, купить за голду набор, который я лично считаю вполне адекватным. За 20 косарей золота вам предлагают бодрую десятку. Она очень хорошо отыгрывается, имеет очень классную броню и обалденное орудие, но это мы сейчас обсудим чуть позже. Что касается того, что дали в нагрузку. Я не беру в учет аватар. Я не любитель аватаров, и я на них никогда не ведусь. Хотя любители какой-нибудь красоты в нашей игре, безусловно, на это дело обращают внимание. Я просто не сильно как бы любитель всех этих украшений. А вот что касается камо, то на Бадгере вот этот вот камо должен быть, потому что любой другой внешний вид действительно теряется, и теряется сама суть машины. Вы получаете вот этот великолепный камуфляж, и плюс к тому вы получаете уникальный королевский прием, это такой обвесик, который добавляет сюда пулемет со щитом. Ну и, соответственно, машина, безусловно, преображается, принимая во внимание наличие того и другого. Что касается X5, то здесь довольно круто все, 25 сертификатов, и на Бадгере, на десятке, вы действительно сможете их грамотно, толково реализовать, получить нормальную прибавку к своим копилкам, да и плюс к тому не кисло прокачать элитный опыт экипажа. Что касается слота в ангаре, то как без него, вдруг у вас нет места, чтобы машину поставить, ну и, соответственно, открытое все оборудование. На 10 левеле серебро действительно стоит и поможет сэкономить не один лям серы. Что касается других вариантов приобретения. Есть еще предложение за реальные деньги, 35 баксов, как вы видите, полностью тот же самый наборчик. Но к нему вернемся чуть-чуть позже. И есть еще, ребят, возможность взять за 15 долларов контейнер, из которого с вероятностью 20% выпадет машина и с вероятностью 80% выпадет 6500 голды. Честно, 15 баксов за 6500 голды, ну как бы не совсем вариант. С другой стороны, целых 20% выпадения машины. Поэтому в целом это вам не шансы в размере там 1,5% и даже не 5%, а целых 20%. Теперь что касается предложения за 35 баксов вот этого вот. Дело в том, что если вы зайдете в магазин, а машинка, как вы помните, стоит 20 тысяч золота, то вам гораздо выгоднее купить себе набор за 20, сколько там, 3 бакса, по-моему, если не ошибаюсь, 17 с копейками тысяч золота. Доложить немножечко голды, купить себе Бадгера, и при этом, ребят, вы еще получите кнопки, которые сможете в действующем ивенте добавить в прохождение верхней цепочки. Короче говоря, мне кажется, что лучше не за деньги купить Бадгера, а все-таки купить золото и за золото Бадгера уже покупать. Но это мое скромное мнение, прав я или не прав, посчитайте на калькуляторе, возможно, у вас ценники другие, а вообще пишите в комментариях. Что касается, ребят, Бадгера как машины в отношении технических характеристик. С учетом установленного оборудования, амуниции, здесь все очень классно получается. Время сведения 3,6 отыгрывается в принципе комфортно, чуть-чуть не хватает, но в целом допустимо. Разброс вполне нормальный, урон в минуту действительно классный, 3800 ДПМ, благодаря тому, что у вас время перезарядки всего лишь 7.25 и имеет альфу в 460. Честно, забегая наперед, мне не хватает. Вот серьезно, если бы было 520, машина бы игралась совсем по-другому. Мне вот прям постоянно не хватает чуть-чуть, чтобы кого-то добрать. Что касается углов склонения, просто классное, как для ПТшки, у которой нет, ребят, рубки, минус 10 вниз, плюс 20 вверх, отыгрывается очень комфортно, очень классно. Пробитие больше, чем достаточно. 280 единиц, но если вдруг не хватает, заряжайте под калиберное и, соответственно, будет вам счастье. Да, падает, безусловно, серьезно альфа, но, по крайней мере, вы гарантированно пробиваете любую машину в нашей с вами игре. Что касается брони, это действительно чума какая-то. Более бронированных ПТ-шек в игре крайне мало. Да нет, не так, наверное, таких же по уровню бронированности ПТ-шек в игре очень мало. Что касается брони. В прямой проекции самое страдальческое место это вот этот вот центр нижнего бронелиста. Здесь с учетом приведенки всего лишь 258. Понятное дело, что прошивают все, даже девятки пробивают. Но, ребят, во всем остальном машина очень классно забронирована, бьется только местами и только голдой. Поэтому, если вы находитесь где-то вдалеке,
Спрятали вот так вот свой нижний бронелист, вас никто не выковыряет. Вы действительно очень классная ПТХ поддержки. Помните также, что если вы играете против Бадгера и вам нечего противопоставить, чтобы пробить его, самым простым способом будет закидывать фугасы вот сюда, как можно ниже, и вот в этот вот, квадрат не квадрат, но вы поняли, да? То есть вот эта зона, бросаете сюда фугасами. Почему как можно ниже? Потому что здесь, ребят, брони практически нет. 65 миллиметров прямая проекция. Поэтому если у вас плюс-минус пробивные фугасы, лучше бросайте вот сюда фугасами, вы таким образом хоть какой-то урон Бадгеру нанесете. Понятное дело, что не прям там сильно много, но хоть как-то. Что касается бодрости, здесь очень классно поворачивается орудие вправо-влево. Здесь нет рубки, но если вы отворачиваете орудие и рамбуя выезжаете из-за какой-то преграды, то единственная точка, которую у вас будут пробивать, это вот здесь, вот этот вот квадрат, который будет торчать. Поэтому если вы это будете делать еще из-за какой-то преграды или из-за какого-то там полухолмика, полугорки какой-то, я имею в виду гору, допустим, какую-то, то понятное дело, что опять-таки пробить вас не смогут, а здесь приведенка просто уходит за 1000, и борта рамбуют просто обалденно. Что касается бортов, понятное дело, пробивать будут, ну и корма тут тоже особо ничем не блещет, фугасы можно закидывать, мама не горюй, да и бронебойные, короче говоря, тут принимается в принципе все, что вы к нему принесете сзади. Поэтому, ребят, лучше всего на Бадгере отыгрывать, ну вот так вот, с гордо поднятой головой, глядя в глаза своего соперника. Что касается сравнения с другими машинами, машина очень суперская, по ДПМу это самая классная тачка на 10 уровне среди ПТшек. Никто с ней реально сравниться не может, но, ребят, не считая объекта 263, который имеет точно такую же циферку по ДПМу, лучше, ребят, по пробитию, все остальное по орудию практически то же самое, сравнивать особо нечего, но, ребят, стоит помнить, что углы очень много решают, от них зависит не только комфорт, но и ваша результативность. Так вот, здесь углы просто обалденные, 10 и 20, здесь же углы 4 вниз, то, что там вверх, мы особо считать не будем. Короче говоря, ребят, в отношении комфортности отыгрывания Бадгер, безусловно, лучше. Да и броня у него получше, чем у объекта 263, как ни крути. Таким образом, получается, что по большому счету конкурентов, среди всех машин на уровне, я бы не сказал, что так уж и много. По большому счету, только проходной объектик, где-то как-то плюс-минус, там кто-то подтягивается в 3500, я имею в виду гриля 15-го, но это сущий картон, поэтому это несравнимое орудие абсолютно. Тоже касается, ребят, времени перезарядки, да вообще практически всех показателей, кроме альфы. Альфа здесь, да, действительно провисает, у большинства машин альфа больше, не считая ФВ 40.05, но эта альфа, ребят, закидана на 4 снаряда, разбросана точнее, поэтому здесь немножечко другая история. Если мы отсюда уберем ребят, которые обладают барабанами, то вы увидите, что среди цикличных орудий, в принципе, альфа действительно самая худшая, или такая же, допустим, как у объекта, но не в альфе смысл, смысл во времени перезарядки и в суммарном ДПМе, который обалденно реализовывается благодаря довольно хорошей подвижности и, я бы сказал, довольно крутой броне, как для ПТшечки. Ну что, ребят, обсудили, что касается доходности, 130%, что довольно-таки немало на 10 уровне для ПТ-шек, больше сравнивать особо не с кем, есть объект 268 вариант 4, но полная цифра по доходности отсутствует, у меня нет точной информации по его доходности, но я не думаю, что выше, чем у Бадгера. Что касается процента побед, то он на первом месте у нас стоит. И да, безусловно, рядом с ним сразу находится объект 268, в принципе, тоже машина очень играбельная, классная. Я бы сказал, что это такой себе бабаха, только бронированный, знаете, крепенький лоб, скажем так, поэтому отыгрывается гораздо бодрее, чем другие машины. Вот такие вот цифры мы видим по Бадгеру, а что он собой представляет в игре, мы сейчас с вами посмотрим. Я покатал на Бадгере и получил массу удовольствия от боя. Я действительно не чувствую себя слабым игроком в бою. У меня нет ощущения на Бадгере того, что мне постоянно страшно за то, что я попал в засвет. Я практически никого не боясь, вполне спокойно стою лбом, когда спрятал свой нижний бронелист.
И даже если меня пробивают, то тот урон, который мне наносят, он не делает мне больно. Я продолжаю дальше бить по щекам всех тех, кто не успевает от меня уехать. А с учетом того, что у меня время перезарядки в 7 с копеечкой секунды и альфа в 400 с гаком, ну, в принципе, по щекам бросать получается довольно часто и довольно неприятно. Мне лично Бадгер очень понравился. Если бы не нищебродность моего основного аккаунта, то я бы с удовольствием себе туда Бадгера заимел. Безусловно, моя мечта это 268/4, но там совсем другая история. Там типичная, я бы назвал, сушка, просто с хорошей броней. Так, поехали. Подвижность у машины довольно неплохая. Ты можешь перекатываться вполне спокойно по карте, ты едешь как... бодрый тяж, я бы так охарактеризовал. Есть машины, которые ездят немножко быстрее, но я не могу сказать, что это прям совсем мешает Бадгеру. В целом, как для его общих характеристик, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как для его общих характеристик, он ведет себя довольно неплохо в отношении подвижности, и это, в принципе, я бы сказал, несущественная расплата за его другие возможности. Так, нижний бронелист сейчас будет целить парень. Подъедем чуть-чуть ближе, для того, чтобы он не мог его выцелить. А, выцеливаешь ты, да? Очень честно. Ну ладно. Понятное дело, что честно, что там уж говорить. В ЛБшник Бадгер не пробивается абсолютно. Прячу нижний бронелист за Е-сотку, для того, чтобы его не могли выцелить. Так. Вот сейчас очень неприятно получается. Ребята поняли, что со мной необходимо делать. Соточка сразу начала отходить, но с другой стороны это позволяет мне не голдовыми снарядами разбирать его в нижний бронелист. Время перезарядки однозначно на моей стороне. Даже если он сейчас мне даст тычку, вынести в ангар, он меня все равно не вынесет. А вот я его вынесу однозначно, если союзник его меня не доберет. Вот так вот повоевать не получилось со многими, но броню заценили, как вы видите, пробивали именно нижний бронелист. Что касается моей результативности, я придержал двоих, я одного разобрал, меня не пробил довольно-таки мощный танчик в нашей игре в ЛБшник, когда я танковал. Главное на ней сразу подъезжать в упор и не давать возможности выцеливать нижний бронелист. Дальше у вас слабых зон практически нет. Что касается результативности, 2750, но играя на Бадгере, я делал больше 3000, абсолютно не напрягаясь и абсолютно спокойно. Что касается моих результатов по фарму, то фарм абсолютно небольшой, с учетом прем-аккаунта 21 тысяча чистоганом. Но, ребят, я существенно потратился на пополнение боекомплекта, плюс на себя забрала снаряга и амуниция. Но если без снаряги и амуниции обойтись, в принципе, очень сложно, то без пополнения боекомплекта голдовыми снарядами вы можете обойтись. Просто сейчас конкретно сложилась такая игровая ситуация. По большому счету, у меня были бои, когда я не тратил вообще ни одного голдового, ну и, соответственно, вот эту цифру можно было вполне спокойно сюда добавлять. Что хочется отметить по Бадгеру основное. Это не фармер, это фанер. Это машина, которая будет позволять вам бодро, классно отыгрывать на ПТшке, особенно если вы любите ПТшный геймплей, где-нибудь стать в кустике, где-нибудь на горочке, на холмике, на каком-то с хорошим УВНом, точным орудием отстреливать по своим соперникам. Тогда Бадгер однозначно для вас. Плюс к тому, обладающий броней, позволяющий вам ехать в атаку, выдавливать какое-то направление. Короче говоря, машина очень классная. Главное, как я уже говорил, прячьте вот эту вот часть бронелиста. Она даже здесь на самом силуэте отдельно выделена. Вот она является слабой зоной. Все остальное действительно крайне сложно разбирать. И Бадгер в виде соперника мне лично очень сильно не нравился всегда на 10 уровне. Покупать или не покупать, безусловно, решать вам. Мое же дело показать вот эту машину, такой, какая она есть, руками среднестатистического танкиста, высказать свое субъективное мнение и выкатить ее в обычный стандартный бой, не нарезая видео и не показывая самые красивые видосы. Что касается того, о чем хочу попросить каждого из вас, это подписаться на мой канал, если вы за честные обзоры. Приходите, пожалуйста, на мой Discord-сервер. На Discord-сервере вы можете пообщаться с людьми, которые разделяют ваше мнение и предпочтения. Вы можете узнать новости игры, которые публикаются там сразу, как только появляются в официальных источниках. И есть еще отдельный раздел «Новости канала», где вы можете отслеживать, какие видосы на моем канале вы уже видели, а какие нет из тех, которые выходили в последнее время. Ну а на данный момент у меня все. Покупать, не покупать и каким образом покупать,
покупать Бадгера, решать, безусловно, вам. Мое дело с вами поделиться инфой. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!